Доброе субботнее утро, и это мое третье видео на канале. Сегодня я покажу наш уикенд, как мы его проводим, куда мы и что мы делаем. Возможно, покажу какие-нибудь интересные места, красивые. Поэтому оставайтесь со мной и приятного просмотра. Убирать лес от всяких веток, от всякого мусора, который налетело. Вот такая красота. Какой-то камень нашла в маху. Мне интересно, что вот это такое. Что это? Это с хвои? Возможно, может, что если это начало шишки такое? Не знаю. Мы сейчас это дерево будем пилить, которое... Леший. До этого ты был ети, сейчас ты леший. Меня очень впечатляет мох. Потрогай его, прям как котенок. Офигеть, тоже хочу мох. Какая красота. Похоже. Такой красоте. Иду убирать ветки. Просто сказочный лес. Я прям себя чувствую на субботнике. Воздух вообще шикарный. Обожаю такие уединенные места. Поэтому, наверное, у меня больше нелюбимое место – это кладбище большое. Mount Auburn Cemetery. Я обязательно сниму о нем видео. Там и воздух, и прогулка просто шикарная. Там столько деревьев, просто полно. Там вроде 400 видов разных деревьев со всего мира собрано. И помимо всего этого, там очень красиво. Там пару прудов, три, может быть, прудика. Туда журавли прилетают, в общем, всякие птички интересные, которых в городе нету. И это место прям достойно того, чтобы вы его увидели. И оно у меня в топе один. 5 часов в лесу. И вот спахиваем его, чтобы засаживать клевер. Но не мы спахиваем, мы просто убираем эти камни и деревяшки. Там специальный инструмент, который спахивает. Красивейшая территория. Мечтаю купить здесь дом. Полуостров Кейп-Код туда. Здесь у нас Gillette Stadium. В том году тут выступал The Weeknd, мой любимый. Вот прямо тут. Такой уже родной Бостон ведь нет. Как должен начинаться въезд в город? Без трущоб, без заводов. Но какова красота, е-е. Вот что видят люди, которые приезжают сюда из Нью-Йорка. Вот такой сразу центр и вот такой въезд в Бостон. Красота, чайно-то. Кушать супчик, хот-пот. Подружка пригласила.
спросила. Есть. У нее национальное блюдо. Хот-пот называется. А это, кажется, засушенный бамбук. Листья очень похожи. Ну, я прям за центром Чайна-тауна. Вообще, это даунтаун считается, но это Чайна-таун. Милые дворики, подъездики. И я с зеленым чаем. О, дуб. Классно. Желудь, вернее. Итак, идем в гости. Идем в гости. Кажется, вот тут надо заходить. Ой, я так устала после этого леса. Приятная усталость. Так, это просто падики. Ну, очень милая машинка, конечно. Мои друзья уже в магазине. Я вот хочу показать то, что вот в Чайна-тауне тут все на китайском написано. То есть все рекламные щиты практически, они на китайском. И редко когда дублируются на английский. Такая красота. Они в магазинчике покупают, видимо, продукты для этого супа, хот-пот. Смысл в том, то, что ты закупаешь бульон, и в специальной мультиварке ты, ну, видимо, подогреваешь этот бульон, добавляешь овощи и тонкое мясо. Ты держишь его там пару минут палочками. Я ела подобное. Ой, какая красота. Я ела подобное в корейском ресторане. Это было очень вкусно, это было очень гениально, что как бы опускаешь, и как бы мясо уже готово, и ты можешь его употреблять в пищу. Вообще посмотрим, как это готовится, это очень интересно. Вот, я спрошу еще, какая это конкретно кухня, возможно, китайская, возможно, нет. А так у меня губы засушились. Как будто я их кусаю, блин, но нет. Ой, не могу, я себя так чувствую, прям как после массажа, после фитнеса одновременно. Мы там 5.5 часов пробыли в этом лесу, надышали свежим воздухом. Было просто офигенно. Смотрите на этот колорит. Классно. Мне вообще нравится Чайна-таун. Мне нравятся их магазинчики, мне нравятся овощи, фрукты. Мне нравится китайская кухня и... Мне нравится же этот колорит. Он очень интересный. Прохожу по такому мостику. Солнышко уже готовится к закату. Как же мне нравится этот вид, как же я с него кайфую. Это то, чего я желала, это то, о чем я мечтала. И я так рада быть и находиться здесь. Я каждый день благодарна, что я тут, на этой земле. Я очень горда нами, что мы здесь оказались, что это мой путь, это то, чего я хотела, это то, чего я желала. Это просто спасибо всем небесам, которые сошлись, и всей удачи, что у меня есть, и огромной работе просто спасибо, спасибо. Я нахожу Whole Foods, новенький такой, классненький. Я очень сильно хочу в туалет после... Как открыть? Чем дверь не открываться, господи? Что, другой вход? Вход другой, ребят. Мне нужно срочно в туалет. И у меня еще есть один купон, который дает мне что-то взять. Я не помню что, но это находится в Whole Foods. И он капец какой огромный! Я покажу вам все. Вход мне всегда нравится. Вот подобные магазины. Это всегда цветы, это всегда красота. Завтра, кстати, воскресенье в Америке. The Easter Day. То есть Пасха. А еще смотрите, что такое. Первый раз вижу. Ну, с купонами нету. Того, который получаешь вход в Whole Foods. Такой сайт называется Social Nature. И это сайт как бы для купонов, то есть ты можешь зарегистрироваться там и выбирать продукты, которые ты можешь получить просто бесплатно за то, что ну, ты есть на этом сайте, и ты как бы в будущем можешь написать им отзыв. Это, ну, это не обязательно, я вот не пишу особо отзывы, но получается приходит по почте просто, как обычное письмо, и внутри там купоны.
Вот, и обычно там два купона дается, то есть на один бесплатный продукт, и на второй, второй купон это, как бы, если ты купишь один продукт, то второй тебе в подарок. Вот. Так я получила уже вот эти моти классные. Моти, знаете, мороженое, вот, как бы азиатское мороженое. У меня там в купонах что-то лаваш из яйца, боба, чай боба. Вот я бобу хочу получить. Классный и полезный сайт. Друзья мои, вот в этом супермаркете C-Mart Market. В нем я уже была. Вот он очень классный. Что-то я никого не вижу. Чтобы меня тут встречали. Yes. На первом этаже. Она живет на втором. Ой, в нижнем. Она любит очень лакрицу. Очень лакрицу. Вот такой вот рум в бейсменте. Where is from? These are tea. You want tea? Вот так готовится хот-пот. Бульон. Это? Мы добавляем бульон тоже. Это тоже для бульон? А что это? А это что такое? Это чтобы, типа, чувствовать... Чтобы чувствовать море. Чтобы чувствовать море? It will be the different soups? Yes. Это эти... Fish balls. Да. Another fish balls. Вау. Какая-то херня. I know what is this. It's a... Невкусная. It's roots, yeah. Она вкусная, как капуста. Оно разогревается. Капуста нарезана. Мы выбираем, что смотреть. Это морепродукты во фритюре. Редиш это... Редиска. Да. Это редиска. Коллекция палочек. Sorry, how many minutes did it takes? It will boil. Ah, when it's boil and we can like 3 to 5 minutes, I think. I see. Такую милую тарелочку она сделала своему парню. Так мило. До встречи в блоге. До встречи в блоге. Йоу. Закипело, теперь можно кушать. Будем делать маникюрчик. Ру-ру-ру, маленка. С фундуком, кстати, я ни разу не пробовала. О, вы думаете, это палочка серьезно со вкусом Дольче Габбана? Запахом. Солнечная погодка. Сегодня воскресенье, и сегодня у нас Пасха. Мы идем в церковь, посмотрим, что кто как отмечает. Сегодня американская Пасха, 9 апреля. Сегодня мои боты под мой маникюр. Или мой маникюр под мои сапоги. Это вот пожарная станция, где можно вызвать пожарных, если увидел какое-то несчастье. Что-то все туда, и, наверное, тоже туда. Тут бранч. Вот так мило сидим, кушаем. Вышли мы с прекрасного бранча, увидели, что тут посадили вишенку. Очень круто. Вот это, кстати, комьюнити-холодильник с едой. Сегодня у нас доставочка. Поедем в центр, возможно, не в центр, смотря где будет загруженный район.
Вот это вот уличная библиотека. В общем, в таких маленьких домиках находится. И ты можешь взять любую книжку и положить свою. Девочка хотела пойти в лаундри, в общественную прачечную. Но так как сегодня Пасха, все закрыто. И даже бензоколонка, в которую мы постоянно ходим заправляться, тоже закрыта сегодня. Поэтому поехали в Shell. А, вот она открыта была. Кстати, нам надо в CVS, Артур. Нам надо в CVS пойти. Зачем? Нам нужен полоскатель для рта купить. Как купить? У нас есть карта покупателей, и каждый месяц на нее приходит $10, которые можно потратить. И получается бесплатно взять. Так, ну это, в общем, аптека. Аптека CVS. Ищем товары для зубов. Тут витаминки всякие, то есть вот эта секция, она аптечная, а дальше там идут продукты, косметика. Вот это в Америке аналог полисорба пепта. То есть перед алкоголем или после отравления можно вот это пить. Но на вкус она, ну как такая, какая-то жвачка, что ли, но не очень вкусно. Еще хочу показать лимонады. Вот здесь очень популярный вот этот лимонад. То есть он постоянно будет стоять возле Кока-Колы. Канада Драй. Не помню, чтобы я его пробовала. Джинджер Эйл. То есть он со вкусом джинджер. Что такое джинджер? Рут джинджер. Васаби. Да, васаби. Я знаю. Я не помню тоже. Имбирь, да. Вкусом имбиря. Как думаешь, Канада Драй со вкусом имбиря вкусно? Невкусно, Канада думаешь? Канада Драй сам по себе такой. Ты его пробовал? Он просто сухой, да. Это как типа Швепс, только мне показался менее вкусный, чем Швепс. Давай покажем. Вот мы взяли ополаскиватель, и я взяла помадку. Обходится в $21. Enter phone number. И мы вводим. Так, не показывай свой номер телефона. Так, и вместо 21 мы получаем, да, вот мы хотим заюзать его, $10. То есть получается, что мы как будто бы взяли только одну помаду. Вот такой вот. А еще мне нравится, что тут есть мерч Бостона. И немножко кепочек, застежечек. Что такое? На ключи. А, это карабины. И вот классные. Классный фильм. Магнитики всякие, ручки. Так, Артур ушел без меня. Все, идем навстречу к приключениям. Первый день на доставочке Дурдаш. Решили попробовать. Как вообще получится? Результаты будем показывать, естественно, вам, мои дорогие. Сегодня воскресенье, возможно, сегодня будет очень много заказов. Плюс праздник. Плюс праздник, скорее всего. Люди заказывают в дом. Сколько выйдет за день, вы узнаете чуть позже. И мы тоже. Расцвело все так красиво. Кстати, у нас тут клюшка есть вратарская. Мы ее нашли в секонд-хенде за $1. Вот в той же церкви, где мы были, у них еще есть как бы секонд-хенд. Как же мне нравится этот райончик, он называется Олстон. Зеленая ветка метро здесь ходит. Трамвая, метро, тирометро. Первый заказ поступил от сети быстрого ресторана Five Guys. Это бургерная. Вот здесь. Где? Где-то тут, да? Но... Бургерная, в которой я ни разу не была. И... А вот они. И на вид как-то не очень особо хочется, но я посмотрела на ютубе обзорчик про Five Guys, и вроде хвалят это, ну, это место. Тут, кстати, есть русский магазинчик, «Березка» называется. Вот, закрыто. «Березка», но там внутри как бы не очень, потому что там нету цен. И мне не нравятся такие магазины, которые не указывают цены. А вот граффити «Олстон». Вот мы въезжаем в этот район. Еще что-то? А ты можешь два принять заказа? Артур пошел за первым заказом, и здесь я хочу показать вам граффити этого района Олсен. Что было до, что было раньше, и как он выглядит сейчас. То есть новые машины,
уже такой автобус новый, не настолько старый трамвай. И подобные граффити меня очень привлекают. По этой улочке очень много классных кафешек, ресторанов и интересных магазинов. Там есть сатанистический какой-то магазин, спиритуальный, как бы, спиритуальных товаров, если так можно выразиться, то есть всяких, как бы, драгоценных, в кавычках, камней, всяких заклинаний, что ли, свечек, благовоний, и там очень-очень много чего можно посмотреть. Первый заказ забрали, Артур побежал еще за третьим заказом, получается, сразу два. Good Five Guys делает заказы. Все в жару, никакого пакетика дополнительного нету. Я даже не знаю, куда это положить, блин. И второе положила сюда. Вот, посмотрите, он тоже весь в жару. Ну, как-то так. Короче, в этом районе, в Олстоне, рядом, так как очень много университетов, тут очень много живет студентов. И они постоянно вечер что-то заказывают, поэтому тут очень бизи район. И это нам только на руку, кстати. Если мы сегодня совершим 25 заказов, то нам будет бонус $200. Это вообще супер. Давайте идет второй заказ. И номера, смотрите, какие интересные. Кьюбек — это с Канады. Вот такой вход в другую церковь в городе Ватертан. Интересные лозунги они сделали. И костер. То ли дело, как запаковывают KFC. Вот. Все круто, все не течет. Кайф. Вот как защищать свои продукты Макдональдс. Так же хорошо. Центр Бостона и центральная библиотека. Самая старая в Америке. Только посмотрите, какой классный дом. Заказал KFC. За 6,5 часов работы мы заработали $70. Около того. 70 или 75. Вот так. Обед таксиста чек. Пшённая каша с нарезанными морковками. Время уже доходит 8. Заказов сегодня было около... Ну, на данный момент заказов около 15, да? Может, 12. Я сходила домой, приготовила покушать и вернулась. Что, развод выезжает? Да, днем так. Вечером прям очень много заказов. Снова Макдональдс. Такая милая, такая классная машина стоит. Кто знает, какого она года? Напишите мне в комментариях. Мне было бы очень интересно. Доставка вот в такую кафешку. Посмотрите, что у них висит. То есть вырезка из многих номеров. И это что-то значит. Хотя кафешка называется не так. Вот так вот она называется Chillocates. Bienvenidos! Приколдесный номер. Бумага. Вот у людей фантазии. Мы уже 10:35 вечера, и за сегодня за 18 или 19. За 18 доставок мы заработали $140. Ух! Ну а стоим еще на хотспоте, ну, на месте, где большая загруженность, и ждем. Попа болит уже сидеть. Да, задница уже стала квадратной. Утро понедельника, 10 апреля. Смотрите, как тут классненько сделали футбольное поле. На нем классно заниматься йогой. Собачка. Время доходит 10, я иду в РМВ. Это место там, где получают права, сдают на права. И в мае у меня состоится урок по вождению, вернее, уже сдача. Вот. А чтобы сдать вообще, чтобы вообще тебя допустили к сдаче, нужно пройти онлайн-тест. И это все можно сделать онлайн, в плане подать на learning permit, да, то есть нужно получить learning permit, это то есть что я имею право сдать вот этот онлайн-тест. И так как я уже в том году пыталась сдавать на права, но не получилось, я была в качестве студента,
Так как я сейчас уже сменила статус, сайт мне выдает ошибку, что якобы у меня уже есть номер этого learning permit. И дальше он мне не дает ничего сделать, поэтому мне приходится идти лично. И я сейчас очень боюсь очереди, потому что там постоянно очень много людей. Кстати, РМВ находится в торговом центре. Это так интересно. Я сначала его вообще даже не видела. Там хотя бы большими буквами написано, но я там полгода жила и вообще не замечала этого места. Вот, и там всегда очень много людей. Вот она открывается в 9 утра, сейчас время 8:40, и я думаю, что там уже прилично так набежала. Вот, не знаю, сколько я там проторчу, получу ли я в итоге learning permit. Захожу в торговый центр, а тут выставка детских работ. Вот такая вот километровая очередь. Написано Registry of Motor Vehicles. И вот там все это. Туда идешь. В общем, там, кстати, ты фоткаешься сразу направо. Вот на голубеньком фоне. На этом. Вот, и внутри можно сдать тест под камерами. Но этот тест можно сделать как бы в интернете. В плане. Там такие вопросы, как бы, чуть-чуть идиотские, в плане, что мало кто знает на них ответы, мне так кажется. Я могу привести потом примеры, какие-то вопросы. Их поэтому лучше гуглить. Вот, они зачастую не относятся вообще к правилам дорожного движения, а относятся больше к штрафам, что ты, типа, ты за это получишь. Хожу в Таргете сейчас, утро все еще. Вот взяла большую нутеллу. Давайте посмотрим, сколько она стоит. $8. Томатную сальсу взяла, вот такую не острую, это хотя с халапеньо, но не будет острая. На вкус как лечо бабушкин, стоит 2,89. Взяла мороженое, давно не ела. Хочу мороженое. Так, оно стоит 4,40. А, нет. Да, 4,49. Здесь очень популярное соленое масло. Оно уже солью. Оно очень вкусное. И оно стоит у нас 4,29. И вот такие сосиски на утро. Как колбаска, сосиска. Колбаска-большая сосиска. Стоит 3,49. Всего мне выходит 23. Я выбираю кэш. Нужно заплатить. Короче, как все было в РМВ, я отстояла большую очередь. Мне сказали, что для того, чтобы получить learning permit, я должна сделать appointment. То есть я должна сделать резервацию. Ну, резервацию. Должна зарезервировать встречу, получается. Зарезервировать день. Ну, словом, мой поймал. И я, в общем, я смотрю, в общем, мне дали QR-код, по которому я могу сделать резервацию. У меня же язык заплетается. И я вижу, что только на 22 мая доступна опция, и я не хотела так долго ждать. Но я решила все равно достоять очередь, спросить глупый вопрос, что делать, если я там, что у меня просит система ввести мой learning permit number, когда при входе в аккаунт. На что мне отвечают? А у тебя он есть вообще? Я говорю, был в том году? Она говорит, и где он? А я говорю, что я его выкинула. И оказывается, когда вы сдаете на права и получаете вот этот learning permit, на то, что вы уже как бы сдали онлайн-тест и можете водить машину с тем человеком, у которого уже есть права. Вот так это работает, вот для чего нужен learning permit. То есть я могу сейчас взять и поехать на машине, и если меня остановит полиция, то у меня есть learning permit, я могу ее водить, но под присмотром. Вот, я думала, что раз я не сдала road-тест, то нужно заново получать learning permit, надо заново проходить онлайн-тест. И слава боже, что я дождалась своей очереди. Мне за $15 распечатали этот документ с номером.
Вот сам Learning Permit. Вот, а я просто в том году, как вообще это было, как я проходила, я записалась летом в одну русскую автошколу. То есть тут есть как бы два выбора. Ты либо сдаешь через автошколу, которая приглашает потом инспектора, который будет проводить роуд-тест, либо ты можешь напрямую через RMV. То есть там уже сразу инспектора работают, и они просто приходят, но это не суть. Почему я решила обратиться в русскую автошколу? Потому что там можно было за 100, кажется, чем-то долларов взять один урок с русскоговорящим преподавателем, который бы показал, как проходить этот роуд-тест. Потому что тут, ну, нужно же знать, что спрашивают, что вообще просят. Вот, и как-то там все напутали. Я не поняла их, они меня недопоняли. То есть я заплатила, получается, за урок и за роуд-тест сразу же. А они, блин, сделали так, чтобы я пошла первая на роуд-тест и только потом на урок. И поэтому я и мой муж, мы не сдали, потому что мы не знали, как проходить, хотя мы и видео смотрели, но это все равно не то, когда с тобой лично человек сидит и вот прям тебе объясняет, вот это сейчас сюда, это туда, типа тебя спросят так-то. Вот, и мы, естественно, занервничали, и плюс мы никогда не водили, вот у себя в стране. И из-за этого тоже как бы нервность была. Ну вот, в общем, мы там все завалили. Вот так вот. Сейчас я довольна с покупочками из Таргета и иду домой. Опять прохожу это футбольное поле. Солнышко уже сейчас разогревается потихоньку. Скоро будет плюс 17 градусов. Вот. Сейчас мы покушаем. Надо будет сделать еще еду. И мы поедем, думаю, на доставку. DoorDash, кстати. DoorDash это доставка еды. Но она находится на третьем месте по популярности и по тому, сколько они платят. На первом месте идет Uber Eats. В Uber больше заказов, в Uber больше платят. Потом идет Grubhub, также доставка еды. И на третьем месте DoorDash. Я забыла рассказать вчера, потому что я тупо уснула в машине. Мы за весь день, вот в воскресенье была Пасха, за весь день DoorDash мы заработали 150 баксов. Это достаточно мало. Учитывая то, сколько мы проехали. Проехали мы, получается, 19 заказов. Премия обед, понедельник, и мы на доставочке. Сразу же 8 заказов с зоомагазина за 68 долларов. И давайте посмотрим, что люди заказывают. Смотрите, какой огромный корм для птиц. Корма для собак. Еще один корм для собак. Что-то такое интересное. Корм для животных. Это очень удобно, когда сразу несколько заказов как бы в одном приходят. То есть, может быть, там 2 заказа с Макдональдса, и там больше денег платят за это. Ну, это просто машина мечты. Бейсбольная команда Red Sox, Бостон. Патриотс, не хоккейная, это американский футбол. А дальше Брюинс, это хоккейная команда. Очень хорошая реклама. Сохрани воду, прими душ завтра. Спасибо, будем ходить в ней. Время 9 вечера, понедельник, 9 часов на доставке, и мы заработали 150 баксов. Сейчас едем домой смотреть кухню. Кстати, вы знали, ребята, кто не знал, кто любитель, фанат кухни сериала на СТС? Оказывается, у них есть продолжение, снятое в 19-20 году. Кухня «Война за отель». Там Нагиев покупает казино, Леонора покупает себе отель, прям друг напротив друга. Мы сейчас это смотрим. Снято прикольно, советую. Но без огузка чуть-чуть не то. Огузка не хватает, конечно.
хорошую девочку сложно найти, так же, как большая дура. Что я делаю в 10 часов вечера? Наслаждаюсь морожкой. Вот тут. Берите на заметку. Это конец моего видео. Спасибо вам за просмотр. И увидимся в следующем. Пока-пока.